отрабатывание техники. Не, оставь, вот так именно так и оставь. Да? Да, да, да. Я так не так тоже, кажется, не важно. Мне это интересно. Хочешь посмотреть, что только продали? А, забивание. Ты меня уже снимаешь? Ну а что время терять? Первый, говорит. Марик, не посыпай. Да. Надо шевелиться. Давай, давай. Дома я предлагаю стоп, подняться до Байторана и спуститься вот эту нормально еду и как раз... Помню, надо спать. Будет. Салона. Последнее предложение мне слышится хорошо. Плову, да? Да. А, так надо еще... Что у нас тут произошло? Давай, ладно. Подожди, Санчес будет съезжать. Ну, хороший такой придатель, кляненький. Да, я знаю. А это так. Поедем сейчас по этому. Пробивается. Не, на имя это не... Это наш Спилберг формский. Что ты хочешь быть, Спилбергом или Коппола? Кем ты хочешь быть, Игорь? Сусанин. Сусанин? Судя по нашим маршрутам, Коппола. Такие детективные. Игорь Моисеевич Сусанин. Игорь Моисеевич Сусанин, да. Потому что у Игоря как не маршрут, так кустами кончалось, колючками. Нет, ну посмотрим. Первый мы исправили. Да. В колючках тоже было что-то интересное. Ну еще раз. Ну, типа. Машина не такая, бед. Ну, Лёня, твой перерыв на тебя никак не повлиял. Ехал? Да. Такие тут красивые места. Еще один спуск. Кстати, ехали. Этот же маршрут обратно. Да? Так что придется купить. MP3. Который ты разбил? Ага. Нам уже показывали пример. Да, я там понимаешь, мы то есть Бог и воткнул себе эти дела. Ты ж картинку видел, срам был, у тебя срам. Очень красивые места. Прямо европейский лес. Лучших традиций.
Я не поехал, еще я виноват. Конечно, кто еще виноват? У меня мотовка, это самое сложное. Тебя... Давай, блин, мангал, пойдем, положим твой велосипед. Ну, начинается. Не попробуй сначала. Какой путь? Сливать. Я думаю, мы сейчас... Ты уже на лук прямо хочешь положить? Я хочу вот сюда и разрезать. Лук уже не будет. Лук из этого пола. Ну хорошо, лук уже не будет. Пластик не расплавится, секунду. Нет. Поддержка есть? Вот это я не знаю. Есть, есть вилочка. Вот это пока есть. Три это совсем на кране. А нет, ты когда начинаешь под большой нагрузкой приписать, она может... Закрой падает. Я думаю, что у него ограничится. Снимаешь? Да. Комфорт прежде всего. Опа. Мясо? Игорь, что ты с камерой делаешь? Мясо не надо. Там люди жрут вовсю. Как жрут? Без нас? После пива и мяса обычно что хочется? Женщина. Домой! Там есть вкус? Есть. Его просто не прочувствовал. Это сингл! Это я сингл! Понял, это сингл! Версия варика и ноги. Куда они мне послали? Это что, это напрямую? Не, это темпа напрямую, да. Темпа, обороты там есть? Он качается через 50 метров. Давид. Только подниматься, короче, жена звонит, ну как? Там разгарит. Самое. Дрова подпадает. Да я на причем, Серега. Эй, Люк, зачем? Велосипеды? Знаешь, пробился? Ну, не знаю, вот там наши люди уже с трудом. Мы для него мало. Смотри, 800 шекелей стоило поменять. Я заехал с этим самым сингл-трек. Ну, подожди еще. Сейчас сверху красиво риса насыпят. Пружины 300. Причем он это. Тебе нельзя, совсем нельзя. Все надо перемешать. Ставят на эндуро пружины. Я не спрашиваю. Где? Да внизу самая поджарка. Сашка, в чем разница между ДХ-4 и ДХ-5? На стройками в основном. У него есть большой нож. Народ, есть нож большой. Становится только у него. Нету возможности. Они все так? Он упирается, вот у меня видел, где мотоцикл упирается в него. Такие сами к нам идут. Вместо этого соска я разговаривал с человеком. Да. Ёмне? Да. Сори. На новый. За что они такие? Он закачивает, может накачать мне любой... По лавочкам, по столам. Прям как кошки. Козел. Пишка, ты видал эту морду? Нет, это еще этот вот вожак, который. Нет, мы кушаем. Нет, вы нюхайте у зайца, да? А нет, так ты же машину видел. Да, да ладно, Эля. Нет, место было красиво. Красиво. Иначе съедят. Пойдешь пешком, Илюк. Тебя Гоем обозвали? Или Шабатом? Посмотрели? Гоем. Да. Посмотрели. А кто там с ложкой клал? Вот, тарелки пачка. Это заедешь, вкусно очень. Можно еще плова. Кому не хватило мяса, я поделюсь. Кому не хватило мяса? Сейчас есть у меня там казане. А, в казане есть, хорошо, то я не снимаю. Чего вы мимо сыпите? Набери это вот. Спасибо, не надо мне со стола. Спасибо. Темпу тарелочку дайте кто-нибудь. Я говорю, там долгая девушка, когда поем. Сейчас там еще есть мясо в этом казане.